Сегодня у нас замечательный человек. Расскажите про себя. Здравствуйте, меня зовут Оля. Я из Москвы. Я рисую мехенди уже 2 года. Я училась у вас на первом, самом первом потоке. Это изменило мою жизнь. Я погрузилась в мехенди настолько, что уже 2 года только этим почти и занимаюсь. Многие люди не знакомы с мехенди и не понимают, зачем это нужно. Как ты думаешь, зачем нужно мехенди? Мехенди — это очень интересное дело. Оно можно рассматривать с разных сторон, зачем оно нужно. Оно приносит удачу, оно помогает исполнять желания, украшать и так далее. Но на самом деле я по своему опыту заметила, что мехенди — это отличная такая штука, чтобы знакомиться, общаться и упрощать связи с людьми. Потому что человек, который рисует мехенди, это просто коммуникатор ходячий, а человек, на котором есть мехенди, все сразу больше обращают на него внимание, человек себя чувствует более уверенным, более таким необычным, появляется такая маленькая изюминка. Здорово. А как твои близкие отнеслись к твоему увлечению? У меня было много увлечений, мои близкие привыкли, поэтому мехенди — это мое следующее увлечение. Поскольку мне повезло, и мои близкие меня почти во всем поддерживают, то и с этим меня поддерживают и радуются моим успехам. Отлично. А получается ли у тебя зарабатывать на мехенди, и как ты считаешь, можно ли на нем зарабатывать больше, и что тебе для этого не хватает? О, интересный вопрос. Да, я зарабатываю на мехенди. Мне повезло, и еще когда я училась, было предложение брать за донейшнс. Донейшнс мне дали столько, сколько я себе вообразить не могла. И поэтому сразу от этого я начала ставить цены гораздо выше, чем средние. Воображали и предполагали девочки, потому что у меня не было представления, сколько это стоит, но я посмотрела, сколько мне дают. И люди говорили: да ой, мы мало даем. А я думаю, нифига себе. Нифига себе заработала. Вот. И дальше, соответственно, я ценю свой труд, ценю свои художества, поэтому я зарабатываю. Сейчас я начала работать на ярмарках, это, оказывается, тоже прикольный заработок. Это особая своя стезя. Вот. Я думаю, что зарабатывать можно, зарабатывать нужно. Я надеюсь, что я начну преподавать в ближайшее время, но пока я зарабатываю рисунками, и я надеюсь, что это станет моим основным доходом когда-нибудь. У кого ты хочешь еще обучиться? Я хочу обучаться, я хочу кого-нибудь еще обучиться. Наверное, я смотрю в сторону американских мастеров, но поскольку у меня плохая память на имена, я не назову сейчас, я просто знаю их картинки в Инстаграме. Их, наверное, 2 или 3, но основные, которые мне нравятся, стиль, который мне нравится. Я также думаю, что мне нужно обучиться чему-то, кроме мехенди. То есть я рисовала зен-арт, но у меня нет никакого художественного образования. Я чувствую, что мне не хватает каких-то основ такого художественного образования. Может быть, мне что-то такое нужно. Но я еще не решила. Но это не точно. Последний вопрос. Что ты пожелаешь новичкам? Новичкам я пожелаю уверенности, не бояться рисовать, не бояться брать деньги за свои рисунки, ценить себя и просто тренироваться побольше, и все будет классно. Спасибо тебе большое. Я тебя обнимаю.